Мы будем на английском, на русском, мы бы могли на том и на другом как-то мы говорили все на английском, да? Тогда я читаю по-английски. Вахичка здесь. How is it that joy lost its voice? Ring out bacchanalian singing, and long may the maidens appealing, the lovely young wives who so loving her. So fill up your goblets now higher, with bright clinging chime, and to the thick wine let drop rings of heartfelt desire. Let's raise up the glass with one note relieve it, and long live the muses, and long live sweet reason. May you, holy sun, long burn on, as this little lamp kneels and flickers before the clear rising of dawn. So every false wisdom but glances and withers before the immortal mind's spark. And long live the sunshine, and banish the dark. А теперь, значит, это мне представляется, что в начале пира во время чумы нужна такая бойкая, такая песня, которая вызовет все-таки священник, он же старенький, он же не дойдет минут за 10, по 15. Вот, значит, вот он услышал это, наверное, ничего, это посмеется, наверное, верно. Ну, Ваня, я вижу, ты не согласен со мной, ну, сначала вы слышали. Так, вахическая песня. Оксана, Лесничая и я иду. Ушел. Thank you.
чумы, песня Мэри исполнит сейчас наша Оксаночка. Thank you.
И Пушкин говорит, что председатель Вальсингем поет гимн в честь чумы. И вот, раз он писал, поет, значит, он верил, что композиторы как-то поймут. Я не знаю, сейчас себя на суд я отдаю. Мой вариант, гимн в честь чумы исполняет Илья Кутузов. Thank you.
Thank you.
сказать, что вся музыка, которая сегодня прозвучала на стихе Александра Сергеевича Пушкина, принадлежит Джойлу Генри Лоуэлу. Браво! 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 Браво!